забиваем, ребята, головы. Собак вообще море. Не знаю, сколько голов, правда, надо. Сейчас, короче, надо маленько подбил и это. Пойду, короче, посмотрю, сколько голова стоит одна. Вот сюда, короче, встаешь за плиты, они тебя не достают. Здесь, короче. Ладно, буду продолжать дальше. Так, ребята, насобирал я, короче, настрелял 155 щенячьих голов. Иду сдавать скупщику хабара. Так, у меня есть вещи на продажу. Здесь можно у него обмен сделать. Вот, например, хворост 2 штуки, но у меня просто спичек нету, я не нашел, где можно купить. 10 бошек отдаешь, он тебе 2 хвороста. Хотел бошки нажарить, короче, может подороже они будут. А так одна голова что-то 133 рубля что ли стоит. Вот. Ну, в общем, буду ему сдавать, короче, хабар, чтобы купить ТОС 34 по квесту. Вот, затруднительная ситуация. У меня есть вещи на продажу. Скидываем бошки ему. О, 20 тысяч он дает. За 155 голов 20 косарей. Отличный ход. Вот у меня сумма моя денег. Ну все, ребята, начинаю, короче, разбираться я. Уже нормально, уже, короче, как, чё, кого. Не как поначалу я включил эту игру. И вообще, как с закрытыми глазами, как будто бы играл. Ни хрена не понимал. Сейчас уже более-менее все уже соображать начинаю. Как, чё здесь. В общем, так, а кому это квест? А, штакету. Короче, бегу на вокзал. Так, бегу на вокзал, покупаю ТОС для штакета, блять, еще неужели ему отдать придется? Ну, мне 5 косарей останется денег, если что. Короче, что ему надо еще? Вот сбоку написано подсказка, ну, не подсказка, как бы квест. Голова кабана и нога кабана. Все, я... В общем, друзья, подбегу, короче, пакетик. Кстати, о, ну, что ты, что ты? А где пистолет-то, ёп? Ещё не пойму. А, во. Так, взять всё. Это. Блин, вот. Колёсико вперёд сделал, экипировать, короче, пистолет что-то не сработало сейчас, что ли. Ладно. Ещё. В
общем, отправляюсь к оружейнику. Прикольно я сделал, да? Человек далеко. А вот еще дальше я сделал. О, вообще офигенно. На два раза можно, короче, его отдалять. Так, что, он автоматически приближается, что ли? А, нет, нет. Ну-ка, еще раз все нажму. Нормально так. Ну, как будто со стороны лучше, да, смотрится. Так, ну все, иду, короче, покупать ствол. ТОС. Покажи товар. Давай мне ТОС. Принять. ТОС есть, теперь надо бошку. О, давай мы с него и постреляем, кабанчика, или что? Да, наверное, с ТОСа надо стрелять. Отправляюсь, короче, по-моему, за ментовкой были кабаны. Отправляюсь туда, стрелять кабанов. Бошку надо и ногу добыть. Так, пока ищу кабана, давайте заодно у Капустина выполним квест. Что-то тут собак, по-моему, надо настрелять. Здорово, уже настрелялся. Так, всегда готов. Охрана ментовки. Так, что у нас за квест? Давайте отправим журнал заданий. Охрана ментовки. И лампочку включаем. Так. А, большой щенок, убить три больших щенка. Все. Блять, что ты? А вот они, да, подсвечиваются, да, короче. Ё-моё. Что это было? Тоже голова выпадает с него. Так, второй убил. Третьего. Все, выполнил задание я у него. Давайте этих перестреляем. Блин, я не помню, кабан где водится, здесь или нет, блин. Ладно, в общем, давайте сдадим квесты там, Капустин. Ну и злые же шавки, спасибо и на это, что мы заработали. 1000 рублей он дал, 751 опыта и пачку Беломора добавил. Такой вот квест. Ну, а вот у меня 5-й уровень, обратите внимание, слева сверху персонаж уже на 5-м уровне прокачан. Так, вот 29 тысяч у меня уже опыта. Давайте открывать, что тут мне положим, можно уже добавить пешки. Мой ветровку открыл, ветровку, винтовки два раза нажимаю, недоступно. Так, 7200. А, на 6-м уровне только можно тут открыть. На 6-м уровне только можно. Так, да, да, у меня 5-й, короче, уровень. Вот моя экипировка. Все, в общем, иду искать. Короче, что-то не могу я найти тут кабана. Ладно, сейчас я буду искать выход в окрестности Любича. Можно ли тут как-то выйти? Так-то у меня 5-й уровень. Вот. И буду стрелять там. Еще 11 бошек добыл. Надо продать. 8 тысяч. Ну-ка, а сюда, если автомат продам? Примет, нет. А нихера он не принимает. А сигареты 90 рублей. Да, не надо. Так, так, ну ладно. Ну-ка, что это-то? Штакет кинули, квест еще есть. Мне нужен убойный и недорогой ствол. Давайте возьмем квест. А
что на обмен есть? Пилка, рюкзак, колобок. Так, это надо ногу кабана. Где кабана-то взять, блин? Башка кабана. Пилка. Набор торговца. МЗА. МЗА я уже сделал. Кстати, а где у меня МЗА там? Ё-моё, у меня МЗА выпал, представляете? Да ну нафиг, МЗА выпал. Ашит. Короче, я сделал по квесту МЗА, а у меня он выпал. Все, нету МЗА. Капец. Там собаки меня съели, он выпал. Так, чего хотел? Мне нужны деньги. Денег лишними не будет. А, у него этот квест же надо пьяного забазарить, короче. Сейчас я поднимусь наверх, возьму там квест. Не квест, а что тут? Грек, да. Что тут не надо? Доброго времени суток. Хочу узнать, что у вас здесь. Тут законы, фон. Для чего так? Ага. Все. Он дал средства. Рулон бумаги. Голова. Щенк. Нет. Получен опыт 293. Как-то неудобно здесь написано. Нихера не видно. Пока. Так, вот он дал бумагу. Антирад дал. Давайте сделаем антирад на 8. Так. С Алексом давай потрещим. Грех сказал, тебе куда идти, кто здесь главный, то есть вы тут, может работа найдется. Нет. Валяй. А военных откуда? Может ближе к делу. Так, то есть опять же таки тут в теме. Я понял, завершить разговор. Сбор информации взяли, короче, квест. Нормально я тут понабрал квестов, но ништяк, буду все потихоньку выполнять. Бля, сортир забежал. Потихоньку буду все выполнять. Так. Что, у этого мы взяли? Давай возьмем по пути выполнить. Что хотел? Деньги лишними не будут. И что мне закодировать? Лады поговорю. Завершить разговор. Язык без костей квест у нас взялся. Так, ты ж таки, что, насчет нашей сделки? Угу. Давайте посмотрим, какой квест. А что по этому квесту? А, да, я это, не могу кабана найти. Беру его. Так, выбор прогрессии дракиста, основа ремесла. Пропавший сталк, похищение. Блин, какой квест мне штакет дал? Так. $35 настрелять. Ё-моё. Короче, ладно, ребята, буду искать выход. Вот у сталкера одного попросил, чтоб помог мне найти кабана. Вот бежим с ним, короче. Прованс. Караклан. Он лупит. У него этот, как он назывался-то раньше, не помню. А, Джекхаммер, но в пачке бегает, смотрю. Вот. Ладно, как приду. За кабаном, короче. Короче, вокруг мы как-то прибежали. Там везде забор, не пройти было. Вот здесь кабанчик, да, есть. Я вот сюда просто не прошел, там забор. Вот, мы вокруг пробежали как-то, блин. Вот, через собак, через тех, короче, в общем. А, вон кабан, вон, вижу. А, зачем, не стреляй его? Ну нахуй. А, да, мне надо же это. Нога. Отлично. Есть. О, вон еще один. А, вон еще. Так, давайте откроем квест. Нога есть, башка нужна. Он говорит, сам не пройдешь. Ну вот он мне и стреляет. Кабанов. Давайте, башка нужна. Вот башка.
все. Поблагодарить надо его. Сейчас. Спасибо, сталкер. Спасибо, сталкер. Погнал я дальше. Погнал я дальше. Все, давай, бывай. Так, ребят, сейчас я вам покажу, как я сюда, короче, попал. Не за что, пошли назад. А, ну пошли. Вот еще один прибежал. Слава Шалыгин какой-то. А, он уже с металлоискателем носится, ни хера. Вот, в общем, как я пришел вот так, потом вот так вот между домами. А, как-то вот здесь, короче, через ДК. Как-то вот так вот, короче, прошел. Ну все, в общем, отправляю в штакету сдавать квест. Жалко, блин, будет потерять тос. Вообще ништяк. Бегаешь, спокойно делаешь квесты. В Сталкере онлайн, я не знаю, в разрабы что-то понавыдумывали, такую фигню. К репутации привязали квесты, охота квесты поделать. И не можешь взять, вот я должен сейчас скачать. Блин, вы что, прикалываетесь там, что ли? Ладно, репутация, сейчас еще с продажами. Чтобы что-то продать, нужно у него там что-то там... Ой, ё-моё, да это фигню, короче, сделали. В общем, буду играть пока в эту игру. S-Zone. Так, ну все, что-то мне пишет сталкер. Я погнал штакет. Ладно, ребята, как подбегу, в общем, продолжим съемку. А вот и этот Валера, которого нам надо закодировать. Давайте сразу выполним квест. Так, расскажи сначала. Все, ребят, подбежал я к штакету. Давайте сдавать ему квест. Насчет нашей сделки. Вот тебе башка кабанчика, держи. Вот тебе целый дробовик, держи. Ноги кабана, держи. Так, что, могу я получить свой рюкзак? Так, отлично, отлично. Выполнено задание затруднительное 17, добавить рюкзак-колобок. В общем, он нам, короче, колобок добавил. О, смотрите, какой фраерок. Нифига дела. Короче, добавил он нам рюкзак. Давайте его экипируем. Но так вот буду теперь бегать. Ну все, друзья, на сегодня закончу я свои первые шаги выполнения квестов. Любичи, прокачался вот до 5 уровня. Не знаю, как это, много-мало. В общем, продолжение будет, продолжение следует. То есть буду продолжать я здесь выполнять квесты. Мне интересно просто награда относительно Сталкера онлайн. Вот, буду смотреть здесь, проходить квесты, смотреть награду. Ну как бы и вы, друзья, следите за квестами, за игрой. Как бы игра нормальная, поначалу вроде, ну как-то не знаю, относительно той графики, конечно, фигня полная, но сейчас поиграл, как-то подзатянуло, что ли. В общем, всем счастливо, всем пока.